Наш эфир продолжит «Хроника дня». Мария Лисина расскажет о налоговых вычетах, выборе профессии и предновогоднем конкурсе. Скидка автоматом. Чтобы получить налоговый вычет на имущество, нет необходимости подавать заявление. О порядке начисления напомнили в межрайонной инспекции. В соответствии с указом президента, инспекция начисляет сумму к оплате автоматически. Это значит, что в налоговом уведомлении она будет отображаться уже с учетом вычета, предусмотренного законом. Налоговая база уменьшается в отношении каждого жилого дома на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров, каждой квартиры на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров и в отношении каждой комнаты на 10 квадратных метров. Эти налоговые вычеты учитываются автоматически при расчете налога на имущество для всех объектов соответствующего вида. В случае, если сумма окажется отрицательной, платить не придется. Льготникам подтверждать свой статус личным присутствием также не нужно. Разговор о выборе будущей профессии. Специалист Центра занятости встретился с магнитогорскими старшеклассниками. Мероприятие прошло в библиотеке семейного чтения номер 5. В мероприятии приняли участие около 30 старшеклассников. Выбор профессии – выбор возможностей. Так обозначили тему встречи. Приглашенный специалист ответил на вопросы школьников и рассказал, какие тесты помогают выявить склонность человека к той или иной специальности. Так как наш отдел является, работаем мы как профориентаторы, поэтому нас приглашают на эти мероприятия. Я расскажу, как сделать этот выбор, чтобы он был для них более правильный. А сотрудники библиотеки устроили для ребят профориентационные игры. На Южном Урале выберут лучшего Деда Мороза и Снегурочку. В регионе пройдет традиционный предновогодний конкурс. Принять участие может любой желающий старше 16 лет. Конкурс проводится в регионе уже в 7-й раз. Приглашаются как одиночные участники, так и пары. Необходимо подготовить детскую игровую программу и отправить организаторам заявку и фотографии в образах сказочных персонажей. Первый отборочный тур продлится до 30 ноября. Мария Лисина, Дмитрий Черный, информационная служба медиагруппы «Знак».